Саблей. Так, переднюю саблю надо еще. Там на одной, да. Операция прошла в штатном режиме, с какими-то осложнениями мы не столкнулись. Такое хирургическое вмешательство у льва, по сути, ничем не отличилось от такового у собак. А такие процедуры мы делаем не редко, поэтому операция у нас заняла 20 минут. А операция называется дистальная дистанция.